Неважно, сколько тебе лет, 5, 18 или 40, в любом возрасте ты будешь нуждаться в заботе и теплоте маминого взгляда. День матери – один из самых важных, светлых и трогательных праздников. Отмечаем мы осенью. Отмечаем в том числе с торговой сетью «Радуга Свет». В нынешнем году «Радуга» не стала отходить от уже традиционного поздравления к этой прекрасной дате и запускает акцию «Я поздравляю маму». Участвовать в ней могут дети в возрасте до 14 лет. Все, что им необходимо – совместное с мамой фото, лист бумаги формата А5 и немного фантазии. Дети могут творчески поздравить своих мам. Что нужно для этого сделать? Необходимо творчески оформить свое поздравление в формате А5. Обязательное условие – это должна быть фотография с мамой, поздравление. С 24 сентября по 30 сентября каждый магазин принимает поздравления от детей. Главное условие – ребенок должен быть в сопровождении взрослого. За каждое поздравление, творчески оформленное, торговая сеть вознаграждает детей сладким подарком – коробка конфет. Творческие поздравления можно принести в любой магазин торговой сети «Радуга» в Солигорске, городском поселке Красная Слобода, городах Дзержинске, Слуцке и Мозыре. Не забудьте, что все участники акции должны быть в сопровождении родителя. Все подробности акции читайте на сайте radugasto.by, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.